Чувашии начал свою работу ресурсный центр добровольчества. Напомним, это решение приняли в конце прошлого года на заседании Совета по развитию движения при главе Чувашской республики. Без этих доброжелательных, всегда готовых прийти на помощь молодых людей, уже трудно представить себе проведение всевозможных форумов, конференций, спортивных соревнований международного, российского и республиканского уровней. А еще они организаторы специальных волонтерских проектов, призванных помогать людям, находящимся в непростых жизненных обстоятельствах. 2018 год прошел под эгидой волонтерского движения и наглядно показал, как нуждается наше общество в отзывчивых людях. Всероссийский конкурс «Доброволец России 2018» собрал почти 16 тысяч заявок со всей страны. От Чувашии на конкурс поступило 172 заявки. Два проекта «Передвижной металлосборник» и «Спасибо, что ты есть» прошли федеральный этап. Центр будет координировать работу республиканских волонтерских бригад.